Алоха тебе, Таравич, с тобой Хеннади. Неожиданно я решил ворваться в самые прекрасные игры, которые существуют на свете. Это Troll Face Quest. Назови мне в комментариях, какие игры только существуют лучше, чем Troll Face. Таких игр не существует, поэтому ни одного комментария под этим роликом ты не увидишь. Это не потому, что популярный канал, а потому, что тут игр таких больше не существует. Начинаю сразу, что здесь обедлительно играть, я просто в предвкушении. Я так понимаю, играем мы в Лару Крофт сейчас, да? И нам нужно дойти до этой статуи. Охренеть. Прохождение. Сразу можно смотреть прохождение, если это тормоз. И показывает, сколько кликов я делаю. А, ну понятно, показывает, сколько... Уровень не пройден. В чем заключается моя задача тогда? Я не могу понять. Леонард, нет. Колонна. Упасть. Скалу проломить. Куст сломать. Подтереться. Нет. Камень. Рядом. Грудь. Нет. Так, мне кажется, что мы сейчас будем смотреть прохождение, как мне кажется, да? Что тут еще можно нажать? Тут больше некуда нажать, на бошку. Да ты издеваешься-то. Тупая Лара Крофт, что мне делать? А что делать-то? Так, прохождение, окей, ладно, я все понял, свою ущербность, смотрим. А нет прохождения. Никто не прошел эту игру, да? Никто, видимо, не прошел эту игру, нахрен. Нахрен кому она нужна, эта игра? Да что делать тогда? Не могу понять. В чем при... Да я не жал на тебя, иди ты на... Офэс, ура. Опа. Записывать, записывать, все, погнали. Между тем уже 200 кликов. Прохождение хочу. Нет прохождения, не существует его. Никто не прошел эту дебильную игру. Да что с дыркой мне про взаимодействовать? Я взаимодействую с ней, ничего не работает. Бесплатная игра на 35 уровней. На 35 уровней. Мне писавали рот. Эта музыка меня бесит просто. Теперь ты будешь... Нет, шипение в микрофоне будешь слушать тогда. Что делать? Дожать куда-то? Нет, не жмется. В дыру пройти. Упади. Оп, дыра, дыра. 540 кликов уже. Тут больше ничего не нажимается. Уровни. Можно еще? Troll Face Video Games. Будем играть в это. А не работает. ТВ-шоу. Мемы. Не работает. Переходим в другую игру. Я думал тоже. Игра Troll Face Сказка. Классно. Первую часть. Надо сначала пройти первую часть, чтобы понять вторую часть. Естественно. Туалет. Заблокирован какими-то злобными магами. У одного из них туалетная бумага. Ну иди. Осторожно, может унести тебя. Ложка, гравипушка. Это портал. Пришел. Я забыл, как его называют. Мозгокраб и напердел мне в торт. Ну ж хорошо, что чтобы вторую игру не начали проходить. А, я понял. Воскотына, не напердишь меня на торт. Так а задуй! После этого должна следовать фраза, и так будет с каждым, кто пердит мне в торт, но... Что-то... Что это за игра? Вот что это за игра? Кто-нибудь мне скажет, что это за игра? А, знаменитый боулинг! Ну, ты чисто на опыте прошел, Сасан. Бам-бам! По-моему, так Doom проходиться должен. У меня зависла игра. Бля, 35 уровней этого дерьма проходить! 35 уровней! Что происходит? Прекрасный мир VR. Сидишь, играешь в Майнкрафт, а оказывается... Валера, проснись, ты обосрался. Вот тебе Майнкрафт. Та самая знаменитая игра, где ты едешь на велосипеде, а над тобой хохочет дед. Ну, любимая моя. Уж все, хватит. Пора. Да, кидец. Как ты... Да не едь ты! Почему?
нельзя просто взять вот эту вот цепь, переставить ее вот сюда. Он будет крутить педали, поедет назад, и дед обосрется. Пошли играть в Troll Tube. Все, мне надоело. Отличная игра. Лучшая в мире. Туалет Success. 20 уровней туалетного успеха. А, мой брат пытается ворваться в толчок по стрельбе. Почему толчок просто находится в лесу где-то, пустом, на пустом равнине где-то он находится? Походу парниша обосрется сейчас. Что делать-то? А, я понял, смотри, вот так делается. Я гений в туалетных играх. Что я не так делаю с жизнью? Туалетный успех. Первая часть. Я с нетерпением жду второй части. Как я прям на краполях успею не обсираться? Это же жесть. Что-то бюрстовый дамаг, что... А. Закройте глаза, представьте себе 25 тысяч рублей, не открывая глаза. Хлопните 15 раз в ладоши, скажите слух, хочу 25 тысяч рублей, да. И дальше скажите, что хотите. Откройте глаза, разошлите коммент к 8 играм. Выйдите из комнаты на 10 секунд и зайдите под подушкой. Реально 25 тысяч рублей, проверьте сами. Вот те комментарии, у кого это уже зашло. Антон Ря. Ребята, не кидалово. Попробуйте, офигеть, я в шоке. Аню, Татьяна, люди, если честно, то я не верю своим глазам. Как? Магия? Что за говно, господи, я не могу. Это какая-то говнина полнейшая, господи. Да какая громкая здесь музыка. Можно ее потише как-нибудь сделать? Меж тем 13 уровней, один сидит, трое ждут, еще я обсирать. Почему в мой толчок такая огромная очередь все время? Чтоб это говно, ну его нахрен абсолютно, еще сидеть думать в этом дерьмине. Игра Troll Tube, все, этим я буду финалить свой видос, ну его нахрен. Troll Tube, наконец-то. Алена Леопардовна, этот комментарий к 5 любым играм. Зайди в ВК, нажми F5 и бац, 9 миллиардов, триллиардов. Я не знаю, сколько, число Грэма. Да число Грэма не такое огромное, как сколько голосов у тебя будет, если ты нажмешь F5 и 5 комментариев напишешь к моему ролику. 10 раз хлопни, посмотри в потолок, 3 раза моргни, разошли к 5 играм, посмотри под подушку, и там iPad. iPad, айк. iPad AIC, ну понятно. iPad AIC! Что такое iPad AIC? Смотрим 3 раза в потолок, пиши комментарий к этому видео. Ты моргни 3 раза, поставь лайк на это видео. Разошли это видео 5 своим друзьям, хлопни 3 раза в комментариях, посмотри под подушку, и там будет то, что обычно у тебя лежит под подушкой. iPad AIC. Давай, работает 100%. Рабочая тема, попробуй. Ставь лайк на это видео. Обосраться, вот это завязка. Так, какой я тупой, я не могу пройти тест для даунов на Троллфейсе, что со мной не так? Я сжал! Орех! Беру орех, не беру орех. Я беру. Ты берешь. Я беру. Ты берешь. Если б я это не прошел, это было бы очень грустно. Нет, это был мой iPad AIC. Я его в мясорубке разломал. 4, 8, 15, 16, 27, 42. О. О, ставь лайк, если понимаешь этот мем. Ну как обычно, байконуры и люди срут. Челябинск. Челябинск! Челябинск не ломается, так понимаю, да? Даже под Майли Сайрус не прогнулся. Метеорит Челябинске. Как долго до меня доходило, боже мой, ну бомж. Да, знаменитое видео из интернета, это про бомжей.
машины. Мим ревью! А, ну добрый вечер! Я понимаю то, что я половину видео сижу молчу, потому что я не понимаю, что мне говорить. Все, ИГГ, не жмется. Ура, юбилей, 1000 кликов, ничего себе, ух ты. Ура. Мамский таракан. Ну вот сломал я эту. И собственно говоря, что? Ничего, абсолютно, ноль. У меня отлетело все, что только можно, понятно. Записывай. Это был Троллфейс. Спасибо тебе огромное за просмотр. Весело. По ЗДЦ. Ставь лайк за iPad AIC. Комментарий пиши. 3 раза в ладоши. Люди, которые спонсируют мой канал, самые прекрасные люди в мире, спонсируют меня на мой iPad AIC. Спасибо вам огромное. Если хочешь попасть в список этих прекрасных людей, ссылка на донат в описании. Приятного тебе аппетита и... Да. Пока. Ля, какая битва, ля, что происходит? За это лайк, тупо лайк. О май гад, какие гениальные ребята играют, боже мой! Не понимают, что мышкой управлять можно, или они тупо как бы сидят и смотрят. Едет, спиннер, ура! Ха-ха, спиннер. Надо хреначить, у парня 8 лямов на лице, ну все, нормально. На таран, как говорится, на абордаж. Кристинка, ох ты, пойдем ухлестывать. Стой, дорогая, на, ваншот тебе. В рот, как говорится. В следующий раз будешь знать, как заходить в такие мужские игры. Агрессируем. Бам! Сагрессировал. Угу. Стабильность признак профессионализма. ФИСПО. 1935 год. Да, шо, подраться решил. Подраться решил. Фиолетовый спиннер. Неадекват. Ага, ну понятно. Ура, бэк, тут 2 лямс. А можно плиз уже. 10 лямов. 10 лямов. 50 минут сижу эту дерьмину снимаю. 50 минут уже сижу. Пошла, короче, тупая игра.